первый в Японии. CoinCheck, биткоин-кошелек и обменный сервис стал первым лицензированным обменником в Японии, как сообщает Узманкоин. Обменный сервис был одобрен агентством по финансовым услугам FSA Японии и получил легальный статус. Менеджеры компании и ее пользователи положительно отнеслись к недавно принятым законам и правилам. FSA объявила, что регулирование и закон обеспечат более безопасный рынок, и все компании, занимающиеся виртуальной валютой, должны зарегистрироваться в FSA, прежде чем начнут работу. Как известно, после запрета ICO в Китае, Япония стала крупнейшим рынком биткоинов на бирже с долей 50,75% на мировом биржевом рынке биткоинов.